Саш, поздравляем с победой. Счет, конечно, крупный, но показалось, что игра была трудная. Как вообще так получилось, что торпеда нас давила до того, как их удалили игрока? Ну, на самом деле, торпеда сейчас в хорошей форме, команда играющая достаточно. Поэтому изначально доставила нам немножко проблем. Играли в прессинг, было тяжело выйти из обороны поначалу. Но после удаления они совсем подсели, и мы контролировали мяч на их половине, у нас были моменты. Смотри, впереди очень плотный график, как-то физически. Понятное дело, что сейчас есть ротация небольшая даже в обороне, но тем не менее, физически сложно или сложно? Ну, я думаю, что сейчас физически всем сложно, но нужно находить в себе какие-то иные силы и просто терпеть и биться до конца. Впереди у нас Акрон, а то, что это ближний выезд, как-то положительно влияет? Ну, наверное, да. Так будет попроще как-то, наверное, я думаю, да. Смотри, еще Локомотив, как бы сейчас очень много о Локомотиве разговаривают, но у нас еще перед этим будут матчи. Команда как за счет чего будет стараться решить вопросы в чемпионстве как можно быстрее? За счет чего это? За счет того, что на каждый матч сейчас мы выходим как на финал. То есть следующий матч у нас будет финал с Акроном, а потом будет еще один финал. Нужно решить сначала задачу по выходу в Премьер-лигу, а потом уже думать о Локомотиве. Спасибо еще раз. Спасибо.